Всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот такая вот камера, компактная, домашняя. По большей части домашняя, но расскажу сейчас, где можно ее применять и вне дома. Вот я думаю, это все-таки не почта вот так вот кидануло, потому что почта у нас сейчас работает, мне кажется, получше, чем раньше. Футбол не играют точно. Ребят, кстати, в этом видео еще можно участвовать в конкурсе. Условия расскажу дальше. Вот, так что смотрим и наслаждаемся. Итак, расскажу, где ее можно применять. Например, первый случай, вы частный предприниматель, индивидуальный предприниматель, у вас есть какие-то работники на складе, где-то там на кассе, короче, и можно следить за ними. И мало того, что следить со смартфона с любого места, грубо говоря, даже с Таиланда или с Марокко, можете следить за своими работниками и иметь с ними обратную связь. То есть камера может говорить, смартфон говорите, она говорит: Маша, вынь палец из носа, у тебя полный зал посетителей. Например, так, да? Второй случай, когда ее можно применять, это, мне кажется, это основной домашнее использование у этой камеры. Основной — это следить за домашними, то есть за детьми, за котами, кто любит животных, вот, и, ну, и как бы следить и контролировать их, да. Ну, кто любит животных, кот дома один, можете купить вот такую камеру и смотреть, где там поел ли или поспал ли ваш подопечный мелкий, или голодает, ходит, вот. Еще можно ее, кстати, как охранный комплекс использовать, ну, как полноценная охранная система. То есть, естественно, грабитель ее вот в таком виде утащит, и все, вместе с золотом, да, и в ней карта памяти, на которой все хранится. Но у этой камеры еще есть возможность писать в UE Cloud, в облачный сервис, вот, так что, если он засветится без маски, ничего его не спасет от наших правоохранительных органов. Вот, так что это. Я ее приобрел для того, чтобы у меня сын 10 лет и сейчас нуждается в контроле. Мы оба на работе с женой. Вот, и короче, он в школе как выключает телефон на беззвучку. Ну, короче, как-то это пока что не может настроиться. Третий класс вроде бы, ну, блин, вечно забывает и тревогу мама поднимает, где же он, где. А он дома сидит, в комп играет. Она волнуется, где он, дома или не дома, что он делает дома, если дома или не дома, где он тогда. Вот, в общем, такой будет элемент контроля. Я, кстати, на видео снимал раньше, 3 таких камеры было на обзоре, но это уже новые технологии. И думаю, у Xiaomi это все очень, как всегда, круто. А вот в этом видео есть еще обзоры камер. Ну, это уже 3 года назад снимал. Ну, может быть, кому-то будет интересно. Вот, камера имеет такой вот вариант. Насколько я помню, у меня такая была уже, но поменьше модель. Съемный вот такой вот модуль, да? Это вот подставка. И все. То есть ее поставить куда-то. Так, с ней еще идет блок питания на 5 вольт 2 ампера. И, кстати, еще в отпуск, например, поехали, можно в каждой комнате камеру такую поставить, да, и смотреть, как там что, чтобы не было сюрпризом, а то приедете, а у вас из квартиры все вынесли. Кабель, кстати, такой плотненький, хороший, 1,5 метра, судя по всему, моих рук не хватает. Реально 1,5 метра. И кабель плотный. Сейчас посмотрим. А, хотя, нафиг нам нагрузку смотреть, да? Так, ну вот так выглядит камера сама. Вот эта пленочка отрывается вот здесь вот за хлястик. Как написали китайцы на своем сайте, на AliExpress, камера имеет встроенный искусственный интеллект, который умеет отслеживать бегущего человека. Так что не хухры-мухры, камера работает на движение, вот, и при движении начинает запись, такая функция вроде есть. Ну, сейчас, в общем, посмотрим, как она снимает. Карту памяти я в комплекте не брал, есть еще в комплекте карта памяти, там можно
купить вариант. Но у меня карты памяти вроде есть, поэтому будем тестить. Вот плохо, для нее крючка никакого нет, чтобы так оп и на прищепку. Хотя как вариант можно вот так вот, да, на стенку. Вот стенка, хоп, так прилепили. Вот так вот, да, короче. Только здесь двухсторонний скотч какой-нибудь сделать. Ну и камера сама вращается в этой обойме, да. И у нее место под заряд вот здесь. Для этой камеры, кстати, единственное, что надо, это Wi-Fi и кабель питания. Ну, то есть, кабель, кстати, 1,5 метра. Это хорошо, может куда-нибудь дотянуть. Вот и все. И она будет снимать, и будете в телефоне смотреть с любого места. Ну все, пойдем смотреть, как работает. Я зашел на страничку товара, там написано: скачайте приложение UE Home. Итак, UE. Так, здесь вводим логин, пароль, если он у вас есть. Если нет, придется создать аккаунт. Так, попадаем в главную страничку. Нам тут, как всегда, подсказывают, что мы можем делать, что не можем делать. Так, камеры, плюс. Но с необходимым использовать права доступа к вашим использованиям. Согласны? Да, согласны. При использовании приложения разрешить. Ищем похожую камеру. О, UE Pro. Нет, это не UE Pro у нас. UE Home камера вот эта вот справа, да? Сейчас бросим камеру. Reset is successful. Сзади камеры отверстие. Нажимаем иголочкой. И она говорит reset. Ожидание подключения нам надо услышать. Welcome to UE Home camera. Waiting to connect. Waiting to connect. Ждем. Так, нажимаем, я слышал. Выберите сеть Wi-Fi. Так, сейчас выбираем нашу сеть домашнюю, через которую будет работать наша камера. Please face the QR code towards the camera lens and wait for it to scan. Сейчас камеру направляем на QR-код. Сантиметров 15. QR-code scan is successful. Connecting to Wi-Fi. Все, она сканировала код, подключается к Wi-Fi, к домашнему. Подключилась к домашнему Wi-Fi. Следующий процесс парирования. Ого, что такое парирование? Ну, наверное, обновление, сопряжение. О, я могу использовать камеру прямо сейчас. Так. Что он мне? А, на почту что-то отправил. Вот, ну, reply. Так, finish setting. Finish camera setup. А, ну вот, нажимаем finish camera setup. Все, гостиная пусть будет. Так, продолжить без клоуда пока что мы сделаем. Продолжить без клоуда. Так, почему вы пропускаете бесплатную версию? Так. Памяти CD-карты достаточно. Все, запустить приложение. Так, вот, все-таки надо там в через это письмо зайти. Если несколько камер, будет несколько, ну, здесь их будет несколько. Гостиной, вот, например, да? Так, что она там снимает? Снимает. Так, вот комнату она снимает. Задержка небольшая. Так, давайте быстренько пробежимся по настройкам. Так, что здесь можно сделать? Что за камера слева внизу? Это прям можно запись, наверное, на телефон, да? Вот мы записали маленький отрезочек, можем сразу же его просмотреть. Так, дальше что? Фотоаппарат сделать скриншот сохранен, то есть слева это запись сделать, и справа это камера, ну, фотоаппарат это фотка, соответственно. Непосредственно микрофон. То есть она будет прямо на телефон мне звук передавать. Потом расширение это на весь экран. Так, сейчас. Микрофон для того, чтобы говорить через камеру, да? Здесь можно что в настройках изменить. Имя камеры, настройка камеры. То есть здесь можно вместо гостиной написать там, например, склад. Ну, это если для бизнесмена или спальня там. Вот, настройка камеры New.
светодиод статуса, то есть она если снимает, я могу выключить, вот он сейчас прям на камере горит синеньким, сейчас выключаю, не горит синеньким, то есть она может снимать без палева, да. Поворот изображения на 180, зеркальное отображение, или, подожди, на 180, ну-ка я включу и выйдем, посмотрим, что она снимает. Так, вверх ногами, угу. Так, настройки, еще что здесь? Поворот изображения. Это для того, чтобы если за ножку вешать ее, например, да, коррекция дисторсии. Что это? Настройте диапазон искажения линзы можно. Микрофон, камера работает или нет. Река ночного видения автоматом. Режим звонка. Кстати, он на ней щелкает, ночное видение. Это что-то с чем-то. Сейчас покажу. Так, часовой пояс, версия прошивки. Стандартные настройки. Так, делиться. Поделиться можно камерой еще с новым человеком. То есть переслать ему ссылку, и он сможет смотреть, грубо говоря, с этой камеры. Вот. И что здесь еще? Настройки. Настройки отключить. Отключение обнаружения. Детектор движения. Умный детектор ИИ. Так, требуется план. Что такое? Облако. Опять для и искусственного интеллекта. Облако. Обнаружение лиц. Облако, да. Здесь все эти фишки через облако. Так, если мы просто детектор движения, ребенок плачет. Вот, ребенок плачет есть отдельно. Чувствительность видеодетектора высокая. Режим дома, вне дома, частота оповещений. Зона определения действий, то есть область определения можно на камере, я думаю, установить. Вот так вот, чик, установишь вот окно. Вот как здесь движуха начнется, так значит и это самое. Запись надо сразу же сохранять. Хотя она и так должна все сохранять. Так, посмотрим, сейчас протестируем. Так, защита пин-кодом доступа к камере. Тоже вещь такая. Вот, видите пин-код. То есть не каждый, чтоб посмотрел на вашего кота, как он там носится по дому. Так, ну и что? Ну и все. Сейчас будем записывать и смотреть варианты записи видео. Кстати, поставил поменьше карту памяти. Прочитал на сайте, что 64 я вставил в нее, не работает. 32 проверил, работает, и вот 8. Появляется такое вот меню для CD-карты. То есть запись только движухи всякой. И записывать постоянное видео. Сейчас постоянно записывать постоянное видео, посмотрим, насколько хватит. И microSD-карта, форматирование карты памяти можно сделать. Какие возможности у нас есть на компьютере? Сразу же скажу, поделиться камерой, вот там была вкладочка, делиться ей невозможно, потому что можно отправить только на e-mail, который вы ведете, допустим, своего друга, да, вот, и ему просто приходит письмо с ссылочкой на сайт облака с этого и все, или на покупку камеры, все, никаких данных о камере туда не приходит. Короче, надо все равно вот такое приложение, и ему дать логин, пароль, тогда он будет смотреть камеру. Итак, чтобы скачать это приложение, вводим в поиске UE Home камера приложение или UE Home приложение. Можно вот так даже, да, найти. Вот, и вот сайт www.ue2uetechnology.com. Вот ссылочка на непосредственно приложение. Вот, download for computer. Все, он у нас грузится. Вот, как видите, второе, третье приложение я гружу. Так, скачивается, мы устанавливаем и заходим в него. Здесь нужно ввести тот же логин пароль, что и в приложении у вас на телефоне. Нажимаем UE. Так, и вот, на весь экран сделаю. Здесь будут отображаться камеры, наши все, которые возможны. Да? Так, что здесь есть? Здесь скрыть камеры есть. Это когда срабатывает датчик на движение. Здесь, ну, эти коротенькие видео. Так, это настройки, именно ID камеры моей. Может быть, этим можно ID поделиться как-то. Вот, дальше. Это загруженное видео. Так, здесь отправка каких-то этих. И магазин. Так, что мы можем с вот этим, с окном именно самой камерой? Вот она так, оно вот это вот прячется все, да? В этом окне у нас есть возможность, сейчас у нас пишет онлайн, здесь есть в облако загрузка, здесь у нас ничего нет, потому что, ну, нет в облаке ничего, потому что у нас облако не работает, мы его не подключили. Потом есть возможность SD-карту посмотреть, и здесь у нас
данные, ну, прям по времени можно. Вот я сегодня в 11 утра запускал танки на компьютере сына. Так, 11.00, вот. Здесь показан microSD-карт у нас источник, и вот я поставил камеру рядом и так ради качества проверки поиграл. Можно включить звук? Здесь можно поставить паузу. И также здесь можно... Где-то здесь была запись еще. Можно выбрать формат, в котором будет отображаться видео. Но сейчас она непосредственно вещает с камеры, с карты памяти. Здесь еще есть, можно навести вот сюда и выбрать, вот, допустим, где точки стоят, вот вчерашнее число. Ок. Вот. Ну и посмотреть какое-то определенное время. Время вот здесь совпадает. Сейчас покажу, как сохраняет она файлы на карте памяти. Там со временем не очень. Так, все онлайн. О, меня слышно. Так, и здесь где-то запись была. А, вот, в этом режиме в онлайне есть запись. Так, вот она, нажимаешь. И вот, видите, пишется время. Нажимаем Save. Все, видео сохранено. Открываем папку. А вот она тут открылась. Так, и вот спальня, что мы записали. Но это, мне кажется, чисто запись экрана и все. Можно сделать фотку также. Фотка. Ну, сохранено, открыть. Вот, в принципе, и все, что здесь можно делать. И, кстати, с компьютера нельзя разговаривать по камере. С этого. Только с телефона. У этого плана высокая вероятность успеха. Я вообще не устаю. Мне кажется, вот такое ощущение, что я могу так, вот реально, если меня поставить 5 часов без остановки топить. Я не знаю, правда, что потом со мной будет, но это, в принципе, и не важно.
единственное, что... Наконец-то, я доехал до МКАДа. Итак, камера установлена, заходим в Mi Home. Так, и, например, нам надо посмотреть, что творится на кухне, да? Кухня у нас вот здесь. Вот, например, кухня. Нажимаем старт. В заключение хочу сказать, что мы не можем подтвердить законность этого проекта. Так, посмотрим, что она сохраняет на карту памяти. На самой карте памяти у нас находятся вот такие вот папки. Вот, здесь для расшифровки год, месяц. Месяц первый, день 24, 24 число, час 8. Для каждого часа создается папка. Вот 26 января 24 года, 12 часов. Но почему-то на самой карте путается все. То есть 12 часов, видите, а у нас темно. То есть это 00. Вот, а если мы найдем 00, вот 00, то у нас светло. То есть почему-то путается. Хотя, когда перемотку делаешь на карте памяти, перемотку делаешь в приложении или в приложении на компьютере, все нормально. То есть бьется часы, вот я сейчас докрутил до 11 часов, я играл в танки там. В каждой папке 60 видео по минуте. Просто вот таким образом напишем. То есть вот это вот 1 час. В данном случае 5 часов, но это 17 часов. Вот, 41 минута. Допустим, надо посмотреть. Ну и таким образом. Еще один нюанс. Здесь есть микро-видео. Вот мы можем плохое посмотреть качество. И сейчас щелкаю. Раз. Получше. Хоп. 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 То есть я не знаю для чего. Именно какое видео вообще сохраняется. Потому что по идее видео это одно. В папке. Вот одно видео 41 минуты. Вот. Поэтому не знаю. И в таймлайн в редакторе я вставлял. Там одно видео. Ну то есть оно идет одно. Вот таким образом все сохраняется. И старые папки переписываются, когда переполнена карта памяти. На неделю хватает 32 гига. Вот у меня сейчас стоит 8 гигов. Хватает на дня 2 где-то. Скажите, вы так делаете? Да, мусорить нехорошо, а деньгами еще и невыгодно. Но поверьте, вы тоже так делаете, если не используете кэшбэк-сервис Backit. Если вы заказываете что-нибудь на AliExpress, GearBest или Banggood, то без использования кэшбэка вы просто дарите дяде копеечку. Завязывайте уже с этой благотворительностью. Качайте приложение прямо сейчас по ссылке под видео. И теперь просто перед тем, как хотите что-то купить на Али, заходите в приложение, выбираете AliExpress, купить с кэшбэком и все. Далее попадаете в свое приложение Али и покупаете уже задуманное, как обычно. А кэшбэк начислится в Backit. Ну просто же. Потом заходите с течением времени в свой аккаунт и выводите деньги.
Я не скажу, что много заказываю, а кэшбэка снял уже нормально. И вам рекомендую. В общем, не навязываю, но ссылку на приложение оставлю. Теперь у вас точно будет лишняя сотка в кармане, чтобы порадовать этого деда с заправки. Само разрешение видео у нас 1920x1080, но частота кадров всего 20 кадров. То есть, хоть формат и большой, скорее всего, матрица очень маленькая, поэтому качество видно, что оно прям... Оно не то чтобы тупит, когда камеру используют в виде видеорегистратора, оно это прям видно, тупит. То есть оно не для больших движений, она стоит статично и все нормально. Вот. Видео открывается у меня Full HD монитор. Открывается на всю. И это самое. Ну и качество такое себе. То есть видно все расплывчато здесь. Так. Но лица, конечно, распознать можно. Если вот здесь, то оно, видите, так вот переключается. Даже значок слева внизу дергается. Поэтому разрешение, конечно, Full HD. Вот, но это просто искусственно завышенное, мне кажется. Матрица там не позволяет нормально видео снять, прям четкое, чтобы. Но для бытовых нужд, в принципе, все нормально. И в магазине купюру она рассмотрит, если ее, конечно, поставить на расстоянии 1.5 метра над кассой. В общем, ребят, что, подводя итоги, могу сказать следующее, что камера все-таки пришла из 2018 года, судя по всему, кроме приложения и подставки ничего не поменялось, то есть формат остался тот же, пиксели те же, все то же, то есть они ее продают, даже видно, что здесь microUSB зарядочка, Type-C нет. Поэтому это все старый формат. Такую я не знаю. Как бы, если недорого, то можно взять. Подороже камеры, наверное, получше. Xiaomi продают. Там они 5000. Эту за 1002, если будут продавать. Нормальная рабочая камера. Для домашних нужд, в принципе, сойдет. Так что, такие дела. Да, кстати, проведем небольшой конкурс. Для участия под этим видео надо будет поставить комментарий. Ну, какой-то такой про содержание видео, да. В следующем видео на этом канале мы разыграем 1000 рублей среди комментариев с помощью Лизауновер. Вот. А давайте не 1000, а 2 по 500 сделаем. Один и второй человек, правильно? Ну все, всем удачи. Спасибо, что смотрите.